потрясает уже телевизионные экраны всей нашей страны. Он выступал в огромном количестве телешоу. Его знают не только вы, его знает наша мама, его знает наша бабушка, его знают все. Очень хотел домой, я хотел спать. У меня было три клуба, выступления, еле-еле тащусь. Но я помню, что Орландо сказал, ты должен быть здесь. И поэтому я здесь. Спасибо, что принимаете нас бурными аплодисментами. Подойти с максимально творческим вопросом. Выбери двух людей, которые, на твой взгляд, самые творческие. И кто подошел самый... Я, вы все равно идите сюда, вы просто шедевральны. Как вас зовут? Женя, кто вы сегодня? Понятно. Правда, что священники не носят трусов под рясы? Понятно. Ну как-то вот так вот. Извините, если кого-то обидели. Ну что же, Гакен, давай все-таки выберем номер один и номер два. Вот такой взгляд. Номер один! Сможешь повторить? Давайте посмотрим, как этот человек повторит самого Гакена Солнцева. Давайте поддержим! Эй! Готовы? Пародиста, который пародировал тебя. Давай ты выберешь. Не первого. Ну хорошо, далеко не первого. Гаген, давай ты выберешь. Адвокат! Ну простите, у него мимика чуточку похожая. Конечно, он. Окей. О, он тоже наш искатель, он тоже с нашего врачи. Отлично. Ну что же, тебе мы... для тебя памятный приз — это журнал «Тату». Для тебя тоже журнал и любая вписка. Давайте поприветствуем этих людей еще раз и скажем спасибо. Ну что же, и Гакен Солнцев специально для вас со своими ребятами. Господи, ребята, если... Стереозомби, заводи что-нибудь интересное, и Гакен...